Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Течо, и сегодня мы будем... Говорить внутри головы, твой голос внутри. Мы давно не показывали дюбчики, и мы наконец-то вернулись, не знаю, насколько долго, насколько много. Покажем вам один дюбчик на версии 1.12 с модом Immersive Engineering. Для дюпа нам нужно построить вот такую вот штуковину, которая называется... сборочный конвейер. На самом деле можно любой мультиблок построить, который содержит в себе инвентарь. Вот я себе заготовок уже сделал немного, берем молот, вот так, хоба, и он собрался. Далее, что мы делаем? Говорить, я тебе расскажу, что не любой мультиблок, а только тот, который имеет конкретный инвентарь, который можно открыть, то есть, например, не подойдет утилизатор, как это называется, когда удваиваются руды. В общем, смотрите, мы сложили кучу алмазов, кучу коробок, у нас 6 коробок было, 2 фотонки, 2 протонки, куча алмазов. Далее мы берем любой инструмент, который копает у нас в области, то есть, например, 3x3, или же бур 3x3, или же вообще из этого же мода можно шнековый бур взять и им ломаем этот прибор. Только ломаем вот в этом месте, вот в этом центральном, чтобы произошло следующее, смотрите, хоба! И мы получили в 2 раза больше ресурсов. То есть у нас теперь не 64 алмаза, а 128. Привет, Эндермен. Могу тебе коробки донат какие-нибудь. Держи. Вот такой вот дюпчик. Не надо, нам же еще дюпать надо. В следующей серии. Я буду дюпать в следующих видео другие вещи. Вот такой вот очень легкий дюп. Можете проверять. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Бартоломео и Течо Мэн. Всем пока.